Сегодня наш последний день в Египте. Вечером нас ждет кульминация путешествия, финальное шоу. Но сначала хочу вам рассказать про столицу Египта – Каир. Ведь существует выражение «кто не был в Каире, тот не был в Египте». И это действительно так. Первое, что встречает любого туриста, это безумный трафик. В городе очень много машин, все ездят в притирку, и поэтому здесь редко встретишь целый автомобиль. Все помятые и поцарапанные. Происшествия аварии здесь называют только тогда, когда машина полностью разбита и вообще своим ходом ездить не может. Ну и, конечно, нельзя представить поездку в Каир без посещения его главной достопримечательности – Великих пирамид. Вот оно, одно из семи чудес света. С одной стороны, древний Каир, с другой стороны, Великие пирамиды. Мне кажется, что нужно побывать здесь, чтобы прочувствовать эту энергетику. До сих пор ходят разного рода легенды об египетских пирамидах. Многие говорят, что в те времена их не могли воздвинуть без участия инопланетных вмешательств. И правда, когда смотришь на эти громадины, не можешь представить, что это сделали люди. Оп. Оп. Я думаю, это как на лошади. Готово! Бесплатно на него сесть, но платно слезть. Здесь на каждом шагу местные жители продают сувениры. Если вам что-то понравилось, не спешите покупать за ту цену, которую они предлагают. Можно купить в 2, в 3, а то и в 10 раз дешевле. Стоит только поторговаться. Во главе пирамид Гиза располагается их древний хранитель – сфинкс. Это самая большая монолитная скульптура в мире. Его высота достигает 20 метров, а длина – более 60. Лучших декораций для финального шоу и не найти. Именно здесь вечером состоится финал конкурса «Мисс Экология Вселенной 2016». Уже попасть в топ-16? Для меня это было что-то невероятное. Потому что столько красивых девушек, такая большая конкуренция. Правда, мне очень приятно, я рада. Египет покорил мое сердце, и эта поездка останется в моей памяти надолго. С девушками за 3 недели мы сдружились, и теперь у меня есть друзья в любой точке земного шара. Это было невероятное приключение. Спасибо тебе, Египет, мы обязательно вернемся. Официальный представитель Мисс Экология Вселенной в России – Академия международных конкурсов красоты.